В связи с предстоящим потеплением возрастает вероятность схода с крыш снега и сосулек. Об этом предупреждает МЧС. Горожан просят быть осторожнее. При движении, значит, по территории города вдоль домов, значит, необходимо обращать внимание на скопление, значит, глыб льда и снега. Значит, при подходе к подъездам, значит, тоже заблаговременно, естественно, нужно посмотреть на состояние крыш домов, чтобы не получилась трагедия. Значит, не оборвалась сосулька, значит, не убила людей. Значит, как это происходит в некоторых городах России. При наличии снега и наледи на крышах, представляющих угрозу для жизни, необходимо обратиться в управляющую компанию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на это сообщение.